Сегодня утром решил посмотреть свои старые фотографии. Они у меня там лежат в папках. Ну как старые где-то вот, ну все в районе лет 15. Раньше у меня не было фотографий. И вот наткнулся на старое видео, на свое, может быть, даже первое видео, где я что-то говорю. И вспомнил историю. Как это получилось? Где-то это был, наверное, какой-то 7-й или 8-й год. Почему я вообще решил записывать видео? Вот, я, значит, в то время интересовался всякими вот этими тенденциями в обществе, которые проходили, как это называлось-то. В нулевые годы, сытые нулевые, там гламур, то все. Я покупал журнал GQ, даже как-то раз купил. И вот, ну и там было время вот этих вот блогов, ЖЖ, да еще что там. И вот я тогда интересовался творчеством, так называемым, вот этого писателя, знаете, Сергей Минаев. И вот они что-то там, ну как, типа стебались, не стебались, что-то такое разное, в общем, делали передачи, в ЖЖ тоже какие-то посты делали, там что-то там они прикалывались над этими вот этим гламуром, что ли, типа, ну типа прикалывались, сами, конечно, были участниками всего. И вот, значит, там был такой Андрей Рывкин, вроде как это... Они говорили, что он писали там что-то между собойчики всякие, что вот он, значит, сын вот этого писателя Жванецкого. Забыл, как его звать, блин. Михаил Жванецкий, правильно ведь? И вот, и значит, вот этот вот. Я что-то начал интересоваться его блогами тоже, читать, что он там пишет, он достаточно такой образованный был, есть молодой человек, так скажем, вот. И как-то я у него увидел, тогда как раз вот начинался вот этот YouTube, появился скоростной интернет, достаточно скоростной, ну, я про себя говорю, я не говорю про тех людей, которые жили где-то там в центре, еще что-то. Вот, я говорю про себя, как вот про представителя простого народа, так скажем. И вот, значит, начал я интересоваться жизнью этого Андрея Рывкина. И вот он, у него там был YouTube, и он записывал какие-то видео. Значит, видео, что там, я вот как сейчас помню, такое видео было, что-то там он сидит, где-то какая-то квартира петербургская, открытое окно, вроде как вот эти белые ночи, лето. И вот он там с какой-то что-то девкой там что-то сидит, что-то говорит. Ну, что-то, короче, такая очень приятная атмосфера. Мне понравилось это видео. И вот он что-то рассказывает. Складно, ладно, но такое образованное, как я сказал уже, что... И... Такой-такой образованный, блядь, чучело, блядь, ебаная, сука. Ну, о чем? Ладно, короче. В общем, мне понравились эти видео, и я думаю, я тоже хочу так. Вот почему я начал, попытался, вернее, вот записывать видео разговорное, ну и вообще, может, в принципе, видео, не знаю. Еще каким-то интересовался, я был такой, есть, вернее, блогер Чиж, вот, тоже тогда я смотрел на его видео, и мне вот тоже хотелось записывать само видео, и поэтому я открыл канал этот в 2008 году, вот, и вот это видео, которое я сегодня нашел, оно вот отражает вот эту мою заинтересованность в то время. Я попытался что-то говорить, но нет таланта, понимаете? Нет, вам все-таки, чтобы вот так вот говорить, такой, скажем, фриланс, то как это называется, фриланс, да, нет? Фри, как это, когда вот так вот трепятся-то без этой, без запинки,
это называется? Фри, что-то там фри. Может, фриланс, не помню, короче. В общем, чтобы так говорить, нужно, во-первых, иметь, как я считаю, образование, особую конституцию, чтобы вот эта песня-то лилась у вас, понимаете, вот так вот. И вот, как сами сейчас увидите в этом видео, что песня-то не льется. И поэтому я это дело забросил. И какие там видео записывал. Вот такие в основном из окна что-то там где-то я ходил. Ну такие всякие, всякая нелепость, как вот я в принципе сейчас делаю тоже. Вот, хоть я и сейчас в этих видео заговорил, но все равно как бы вот этого таланта-то нету. И оно все такое натужное, такое тупое. Вот это получается, все вот эти разговоры мои отвратительные. Ну вот, нельзя так говорить. Я вот все время я вот себя вот хочу, вот, как говорится, по щекам хлестать, чтобы вот не говорить, потому что люди этого не понимают. Вот я начинаю с ними как вот откровенно что-то говорить такое, вот, и они потом вот будут говорить, что думать так, что вот этот вот типа дурачок, он сам сказал, что он дурачок. Понимаете, нельзя так говорить. Вот тут, как оно называется-то, блин, вот это место-то, оно как вот на выживание же, вот это вот, победит сильнейший. Естественный отбор, вот поэтому такие вещи, а я все не могу, как бы я все время себя что-то ругаю, вот это все, вот, а это нельзя, люди этого не понимают, они тупицы, блядь, понимаете, тупицы нахуй, извините, конечно, за мат это все, вот это дело, и вот, надо говорить, что я самый лучший, все, вот это, тогда вот они будут, они реально будут думать, что ты самый лучший, он же сказал, что он самый лучший, конечно, он самый лучший. Вот, а скажешь тупой, он, да, этот тупой, да, все понятно. Ну ладно, короче, может не так все, посмотрим. В общем, надо как-то отучаться от этого. Но я пока не могу, как бы говорю, как есть. В чем это виновата, глупость моя или какая-то вот обстановка вокруг меня, какая-то по-особому, по какому-то вот сложившаяся жизнь моя или что, потому что, ну, я с детства я их вижу, они никогда не скажут, что у них что-то худшее, что они тупые, что-то такое, они всегда скажут, что они самые лучшие, вот они все дети, вот, с которыми я общался, и взрослые также, они это не лучшие, и все, вот он говорит, он вот дебил, блядь, он говорит, он самый лучший, блядь, и все. Вот, короче, ладно, ушел я от темы, в общем, пытался я записать такие видео, но ничего не получилось и бросил. И больше не говорил где-то многие-многие годы. И потом вот какой-то парень один общался, говорит, записываю, говорит, после того, как я начал писать вот эти ВКонтакте всякие рассказики вот эти свои, он говорит, попробуй записывать YouTube, может быть, пойдет. Ну, в общем, я начал записывать говорящие видео на YouTube, но, так скажем, не идеально. Наверное, так лучше сказать, не идеально. Вот. А вот эти-то люди, которых я смотрел, вот этот Андрей Рывкин, у них вот, ну, гены, наверное, все-таки писатель Живанецкий, надо понимать. Может, это, конечно, выдуманная история, не знаю, но скорее всего, нет, наверное. В общем, талантливые люди, у них это, так это складно получалось, и мне тоже захотелось, понимаете, поэтому я и начал записывать вот эти видео. Начал открывать YouTube свой. Вот, ну и с тех пор у меня этот YouTube, соответственно, вот я разные те эксперименты, всякую эту муру, я пытаюсь делать, записывать. Ну, пока это, так скажем, вот на данный момент, на данную минуту, на данную секунду, это помогало мне снять вот в том числе стресс. И это и как антистресс мой, так скажем, и как такой шанс, так скажем, на где-то вот зацепиться в вечности, так скажем. То есть, чтобы в дальнейшем, чтобы где-то вот какие-то люди, у меня такая мечта, чтобы через многие-многие годы, десятилетия, может даже, если все это просуществует столько времени,
Вот, чтобы кто-то это что-то увидел. Не знаю зачем, но это, ну, какое-то обычное человеческое вот это вот как бы вот стремление, что от раба и до тирана любой человек стремится вот к этой вечности, к бессмертию. Вот. И я не исключение, тоже как бы хочется как бы зацепиться. Кто-то детей рожает, кто-то еще что. Кто может, кто что. У меня пока так получается. Не знаю, что дальше будет. Будет, ну, все что угодно, может быть, не знаю. Вот. Ну, в общем, вот это видео, которое я нашел сегодня, это вот, по-моему, первая попытка что-то сказать, но она, как мне показалось, неудачная, и с тех пор я не записывал видео разговорные, а вот только вот где-то вот несколько лет назад начал записывать говорушки вот эти всякие. Ладно, короче, включаю это видео. Здравствуйте. Иду я по берегу Камы. Какой-то ебан, вот там он сейчас купается и кричит: «О май гад!»